фонд «Чувашия» и Национальное телевидение Чувашии при поддержке администрации города Чебоксары представляют. «Чувашия – моя республика». Так назывался конкурс видеопризнаний в любви к родине, который в июле этого года объявили Национальная телерадиокомпания «Чувашия» и фонд «Чувашия». Принять участие в конкурсе мог любой житель республики старше 12 лет. 3 месяца, более 50 работ, 20 финалистов и 3 победителя. Таков итог конкурса в числах. Участники пробовали себя в разных жанрах. Телевизионные сюжеты, документальные зарисовки, видеоклипы, театр теней, слайд-шоу, селфи-видео и многие другие. Среди участников – школьники, студенты, пенсионеры и даже целые коллективы детских садов, школ и творческих студий. 3 месяца пользователи соцсетей и жюри в составе работников телеканала отбирали лучших. Вообще идея зародилась, она с одной стороны, когда планово, с другой стороны, неожиданно. Почему? Потому что проект под названием «Чувашия – моя республика» нашей компании, нашей телерадиокомпании, она была задумана и начала реализовываться еще задолго до нашего конкурса. Что может быть для нас, для нашей компании, для нашей телерадиокомпании, которая называется Национальная телерадиокомпания «Чувашия», ближе, роднее, чем наша республика на самом деле. Конечно, мы надеемся, что мы продолжим этот проект, и вы, несмотря на то, что конкурс уже завершился, вы тоже будете создавать новые проекты. История создания видеороликов у всех разная. Кто-то любит участвовать в конкурсах, а кто-то выставил свою работу впервые. Одна из главных активисток конкурса, Виктория Харитонова, пришла на вручение вместе с маленьким сыном, который вдохновляет ее на творчество и, видимо, скоро сам станет участником маминых видеозарисовок. Мы как-то очень активная семья и всегда стараемся где-то участвовать, что-то делать, как-то развивать своих деток. Придумать было несложно, просто сложно было найти, наверное, оператора, который бы все это записал и не сказал: «Господи, Вика, чем ты опять занимаешься?» Но мы все-таки записали, все сделали и вошли в финал. Кто любит Сочи, кто Канары, а мне милее Чебоксары. Здесь тоже неплохой курорт, и Волга манит и зовет своей свежестью упругой. Ах, Волга, нежная подруга, чудесен твой девичий стан, прекрасен синий сарафан. Мы в гости здесь зовем друзей, людей, чиновников, артистов. Здесь развлечений, здесь не счесть. Поэтам памятники есть. Здесь Пушкин бронзу отлитый, Высоцкий, молодой, небритый, своей гитарой прозвенел, Гагарин в космос полетел. Здесь Катерина проезжала и свой народ пересчитала, и царь Иван, чей грозен взор Веденский, положил собор. Здесь церковь есть святой Татьяны, чудесной красоты фонтаны. В России городов не счесть, но Чебоксары на ней есть. Среди участников проекта было много талантливых детей. Например, Саша Долинский поет, танцует и занимается спортом. Для конкурса он придумал целый творческий проект в стихах. Его ролик понравился жюри, и благодаря этому его работа оказалась в финале. Мне вообще нравится принимать участие в конкурсах, где надо всякие видеоролики делать, потому что очень интересно. Как идея пришла? Идея пришла, просто нашли у дедушки старый альбом, и вот решили снять ролик как раз конкурс. Мне повезло родиться в краю 100 000 слов, в краю 100 000 песен, оврагов и лесов. Другой такой республики нигде не отыскать. Горжусь я тем, что родиной могу тебя назвать. Чувашия родная, тебе ведь столько лет, какой была когда-то, дай в прошлое билет. В альбоме деда карточки, одна другой желтей, позволит прикоснуться к истории твоей. Вот дом, в котором дедушка жил в возрасте моем. На фото этот домик, отмеченный крестом. Та улица зеленая, теперь сплошной хайвей, а в доме расположен строительный музей. Моя родная улица полвека лишь назад у поля кукурузного располагалась в ряд. Теперь на этом месте раскинулся район, что радужным зовется, большой и светлый он. Когда-то наша пристань была совсем другой, пустой и одинокой, дед знал ее такой. Теперь по расписанию почти что круглый год суда и теплоходы в речной заходят в порт. Со старых фотографий спустя десятки лет с улыбкой смотрят люди, живых которых нет. Теперь никто не знает, как выглядел Затон. Как славно, что остался на старых снимках он. Чувашия, меняется твой облик каждый год. Растешь и развиваешься, не замедляя ход. Но пусть хранит историю наш старенький альбом. В нем каждый старый снимок, пропитанный теплом. Когда-нибудь появится и у меня семья,
и будет знать и помнить историю, как я. И пусть моя республика на много-много лет все так же хорошеет, ее роднее нет. Некоторые детские сады представили на конкурс работы сразу нескольких своих воспитанников. Так в составе финалистов оказались две представительницы детского сада номер 52 – Даша Трясугина и Катя Токарева. Я, Токарева Катя, люблю свои края. Хочу в любви признаться, здесь родина моя. Тут мамочка и папа, и Юлечка сестра. Дед сад любимый самый. И все мои друзья. Я вырасту артисткой и буду выступать, Чувашию родную со сцены прославлять. И земляки пусть знают, что я уже расту и подарю отчизне все сердце теплоту. Спою такую песню, что весь услышал свет, что краше Чувашии на свете места нет. Прекрасней нашей Волги навряд ли есть река, а ведь ее начало берется с ручейка. Я выбегу на берег и в небо устремлю признание, девчонки, я так тебя люблю. Чувашия родная, любимые края, пусть краше расцветает родимая земля. У нас все в команде рождается. И это была командная идея, это было командное решение, поскольку нам очень понравилась вообще идея проведения подобного конкурса, поскольку перед нами стоит задача воспитания в детях любви и уважения к родному краю. И вот именно вот эти маленькие артистки, это они привнесут в будущее нашу культуру, наши традиции, наши обычаи. Это они привнесут в будущее нашу великую любовь к родному краю. Люблю тебя, мой край Чувашский, твои леса, твои луга. Твои легенды, песни, сказки, тепло, родного очага. И высоковую полянку под солнцем желтой головой разжег пастушек позаранку, и звон малиновый такой. Гряные теплые опушки, туман над синей рекой, гадание из леса кукушки и руки бабушки родной. Любит сад наш самый лучший, за свет, уют и теплоту. Сюда пришлось за ручку с мамой, откуда в школу я пойду. Помимо зрительского голосования, судьбу видеороликов решало и профессиональное жюри. Именно благодаря ему в финал прошла работа детской театральной студии Kids Art. Детям так понравилась идея участия в конкурсе и так вдохновила наша идея о том, чтобы рассказать о городах Чувашии, вот, что мы быстро сняли клип. Вот, и дети, участвуя в конкурсе, узнали очень много о городах, потому что мы рассказали о истории этих городов, о их современности, о каких-то достопримечательностях. Чебоксары – это мой город, столица Чувашской республики. Шупашкар, Эпсана, Юра Датеп. Новый Чебоксарск – это мой город, самый молодой город в республике. Город-спутник Чебоксарск, я люблю тебя! Канаш – это мой город, большой и важный транспортный узел. Канаш будет! Самый старейший город Чувашии. Я восхищаюсь тобой. Шумия, это мой город. Я люблю тебя. Козловка, это мой город. Давным-давно Козловка была известна как Героичная пристань. Это мой Цивильск – это мой город. Он основан на месте слияния двух рек –
большого и малого Цивиля. Это живописнейший город. Я живу там. Мариинский Посад – это мой город, назван в честь императрицы Марии Александровны. Это моя родина. Возник как город-крепость на реке Сура. Я горжусь тобой. Мы, дети Чуваши, любим тебя! Победителями конкурса жюри признало сразу три работы. Каждая из них по-своему оригинальна и сделана с любовью к Чувашии. У каждой из них своя история. Так детский сад номер 158 придумал идею, которая подкупила и жюри, и зрителей с первых же минут видео. Вот мы думали, как за 3 минуты показать всю историю о Чувашской республике. Вот пришла такая идея, что можно создать фильм с использованием театра теней. Как бы без слов можно сделать за 3 минуты многое. Когда мы впервые увидели театр теней, мы решили, что это не очень сложно. Но когда мы в это окунулись, мы поняли, что без труда там ничего не сделаешь. Вторая победительница конкурса Ольга Осинкина любит национальную культуру и киноискусство. И хотя пока занимается им любительски, планирует стать настоящим профессионалом. А пока снимает много красивых картинок на свой телефон. А потом из этого рождаются шедевры, один из которых и стал победителем нашего конкурса, а посвятила она свой мини-фильм родной бабушке. Кто-то такую фразу сказал, что из мусора рождается что-то высокое. Вот из этого мусора, снятого на iPhone,
когда в поезде едешь, делать нечего, или просто когда видишь какую-то красивую картину, вот ты идешь по полю, и красиво, надо же заснять, а потом скапливается куча материала, просто там, ну, просто так вот эти видео ни за что не сядешь, не будешь смотреть. А так, когда они скомпонованы в какое-то художественное одно произведение, то это приятно смотреть, и это можно даже куда-то показывать, и можно отправить на какой-нибудь конкурс. Вот, и я его смонтировала и отправила вам, так как давно очень что-то собиралась сделать, и у бабушки прошел недавно юбилей, было 80 лет, ну да, такая, скажем так, круглая, вот, и я решила, что бабушка наша достойна хоть какого-то моего такого художественного подарка. Вот. Ну, я решила, что если это еще появится на телевидении, я думаю, что бабушка будет счастлива. Ну, я тоже. Жержима, Таврашман, Таванман, Ташнинчех хедедермана, Тутла кугальби, Таза сылышпа, Каек юрибеде, Ожа сымахпа. Чувашьень, Мле буранас, Сана юратмазан. Жанр третьего ролика победителя – видеоклип. Автор его, Любовь Щукина, так вдохновилась идеей конкурса, что быстро написала песню и сняла видео. И настолько песня затронула души людей, что в интернете ее уже окрестили гимном Маргаушского района. Я сама написала песню, что песня пошла в свет, скажем, нашей республики. Если понравилось всем нашей Чувашии, и спасибо всем нашим маргаушцам. Чапла мургажа, со мной енем хаклатваном, котеем.
все финалисты собрались в Национальной библиотеке Чувашии, чтобы получить призы и дипломы, а также узнать, кто же стал победителем конкурса «Чувашия. Моя республика». Поскольку все работы были очень разноплановыми, то жюри выбрало трех победителей, которые получили отличные призы – планшеты от фонда «Чувашия». Остальным финалистам достались памятные подарки и дипломы от Национального телевидения «Чувашия». Участвуйте в конкурсах, занимайтесь творчеством и любите свою родину. Смотрите Национальное телевидение «Чувашия» и будьте в курсе жизни республики.